Братья и сестры, здравствуйте. И сегодня у нас будет цитата некого Бориса Кригера, который пишет: «Люди до сих пор не нашли себе оправдания, зачем они распяли Христа. Но они это снова сделают, как только выдастся удобный случай». Это правда. Самый святой, самый чистый, самый безгрешный, не блудивший, не воровавший, никого не обижавший, не бивший, не лазивший в чужие карманы, не желавший власти над миром, святой человек был убит руками людей. Вот. И до сих пор мы не понимаем, как это произошло вообще, как это вообще сделали, ну как это. Вот. Но, в принципе, всех желающих быть чистыми, невинными, не желающими власти, не желающими проливать кровь, как Николай II, например, ну не хотел человек кровь лить, значит, убьют, и при этом, как бы, значит, думают, ну так и надо, вот, как только выдастся случай. Вот такая интересная цитата сегодня у нас попалась нам на глаза. Давайте подумаем сегодня об этом. О том, что были бы мы с вами, и кто были бы мы, и где бы мы были, когда Христос висел на кресте Голгофском. Где был бы я? Между теми, которые, ха-ха, там, сходи с креста, мы тебя узнаем, как бы там, типа, ну-ка, давай, да, сотвори чудо. Вот, где бы вообще мы были, когда бы его распинали, если бы мы жили там, возле него, кто бы вы были? Тогда интересная мысль.